Дню республики общественные деятели и учащиеся средней школы номер 6 имени Кожебергена Жырау возложили цветы к монументу казахского батыра, нашего земляка Кожебергена Жырау. Собравшиеся на мероприятии историки рассказали молодому поколению о подвиге знаменитого батыра и прочитали его произведения. Задача молодого поколения – это чтить имена и традиции наших предков, говорит ученик 11 класса 6 средней школы имени Кожеберген Жырау Ирсаят Есенжолов. Он мечтает в будущем стать военным летчиком. Республика Кунне. Ко дню республики мы возлагаем цветы к монументу Кожебергена Жырау, потому что такие герои не рождаются в Казахстане каждый день. Мы частенько читаем его произведения. Я горжусь тем, что учусь в школе имени Кожебергена Жырау. В образовательном учреждении, названном в честь автора поэмы «Ели май», сегодня обучается 984 детей, трудится 98 специалистов. Стоит отметить, что в рамках празднования Дня Республики в школе запланированы и другие мероприятия, в том числе различные научно-практические конференции, открытые уроки и культурно-спортивные программы. Для меня большая радость, что наша родная земля вновь возрождается и снова празднуется День Республики. Большая радость для нашей школы. В нашем учреждении запланировано много мероприятий. Дети будут писать диктанты, участвовать в спортивных играх. В преддверии Дня Республики к памятнику возложили цветы. К слову, на территорию области будет проведен ряд других мероприятий, направленных на разъяснение подрастающему поколению смысла и ценности празднования Дня Республики. Аида Ермекова, Майгуль Сейлбек, Орал Амренов, служба новостей.